Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы вам покажем дом настоящего, хорошего, высокого бизнес-класса. Даже можно смело причислить его к премиум-классу. Такие дома покупают уверенные, состоявшиеся бизнесмены. Потому что такие дома полностью удовлетворяют их требовательные запросы. Этот дом построен многоопытным застройщиком, который на множестве домов отточил умение удовлетворять эти запросы. Десятки деталей этого дома, может быть, даже сотни, каждая из них сделана идеально хорошо, и сейчас мы вам это покажем. Мы находимся в коттеджном поселке Чистые Ключи, близко к деревне Милюково и недалеко от поселка Первомайское. Не первый раз мы отсюда ведем репортажи. Это хороший поселок, известный нам поселок бизнес-класса. Есть участки 15 плюс соток. Дома, как видите, вокруг большие, серьезные, и люди такие же. Этот поселок находится в 3 километрах от поселения Первомайское, где есть конечная остановка автобуса, вся городская инфраструктура. Это 20 километров по Киевскому шоссе и еще 3-4 километра в сторону. Хороший поселок, полностью обжитой с центральными коммуникациями. Граничит с лесом. Здесь тихо и хорошо. В поселке есть языковой детский сад с бассейном, секциями, кружками. Также здесь большая общественная зона, что является большой ценностью. Там есть искусственный пруд, зона отдыха вокруг него, большущая детская площадка, теннисный корт. Здесь хорошо и комфортно жить. Мы у дома. Дом выполнен в стиле американской классики. Те, кто смотрит ролики про американские дома, увидят знакомую стилистику. Это хорошая стилистика. Общая площадь дома примерно 600 квадратных метров. Он построен из кирпича, хорошо очень утеплен и облицован плиткой под кирпич. Это известная компания White Hills российская, очень хорошо себя зарекомендовавшая, делает качественную продукцию. Много декора они сделали из бетона, надежные, крепкие. Также вы видите много света, панорамное остекление с раскладкой, соответствующей данной классической современной стилистике дома. Мы видим ограждение, оно из двойного дерева, это хорошее, правильное решение. Оно позволяет и воздуху проникать на участок, и в то же время не позволяет всем смотреть, что творится внутри. Откатные ворота, большая парковочная площадка на бетонном основании мощном, брайеровская брусчатка. 6-7 машин здесь свободно уместится перед домом, не считая гаража. Участок имеет площадь 15 соток. Классический размер для дома бизнес-класса. На участке около 80 деревьев высажено застройщиком, в том числе 25 крупномеров. Часть из них мы видим перед участком. Здесь большое расстояние между дорогой и участком. Это сосны, ели. Сосны имеют высоту до 6 метров. Это хорошее, дорогостоящее решение. И примерно 55 туй высажены в основном по границе забора участка. Также организованы дорожки из той же плитки, брусчатки производства компании «Брайер» и нужное количество освещения. А теперь приглашаю вас в дом, где увидите самое интересное. Вход в дом начинается с этого просторного крытого крыльца. Обратите внимание, какая красивая дверь. Она открывается нажатием с внутренней стороны на кнопочку. Ей не нужна ручка, это удобно. Снаружи она отделана специальным материалом под дерево. Она широкая, и в ней один замок. Это известный производитель Legrand российский. Вот сколько лет вижу, всегда эта компания делала хорошие двери. Толстая, теплая дверь. Здесь всего один замок, что правильно. Никогда не понимал, зачем делать два замка в двери, если хороший замок, если он итальянский. Изнутри до двери белого цвета, ширина самого полотна 95 сантиметров, а всего портала 170 сантиметров. И по бокам здесь вставки, стеклопакеты двухкамерные. Снаружи они матовые и не видно хорошо, что он находится внутри. А изнутри мы видим улицу, и это приятно. Холл, с которого начинается дом, это одно из достоинств дома. 4 метра шириной, 30 метров квадратных. Красивая люстра в стиле ар-деко. Холл задает дому простор и много воздуха. Из холла мы попадаем в главное и самое интересное помещение дома. К слову, двери в доме красивые, белого цвета, хорошего качества, высотой 220 мм.
Над входом мы видим над дверью кондиционеры Daikin. Их тут несколько штук. Это самая дорогая элитная марка. И площадь общей кухни, столовой, гостиной составляет 70 квадратных метров. Она состоит из двух зон. Прежде всего, за моей спиной вы видите красивейший камин. Стоимость этой конструкции до недавнего времени была 1,5 миллиона рублей. Здесь два больших куска оникса, сделанного из слэба. Видите, продолжается рисунок. Черный гранит внизу. Итальянская топка гильотинного типа. В гостиной мы видим красивая выступающая часть, ризолит. Здесь панорамное остекление, качественные толстый профиль стеклопакет. Подоконники во всем доме из белого мрамора с серыми прожилками. На полу крупноформатная плитка. В центральной части окно от пола и встроенный внутрипольный конвектор. Надо мной красивая люстра в стиле арт-деко. Все люстры в доме от одного известного дизайнера. Они в общей стилистике интересные. Хотя вот тут немножко другая стилистика в кухне. Кухня, возможно, самый интересный элемент этого дома. Известная итальянская компания, производитель Giulia Novars. Мы видим остров замечательный, стол, а также панели, отделанные шпоном из бразильского палисандра, лакированные, очень красивые. При этом специально подбиралось так. Видите, вот рисунок продолжается из одной дверцы на другую. Это значит, специально дерево резалось специальным образом, соединялись соседние части так, чтобы рисунок продолжался. Это очень дорого. Такая кухня примерно совсем вместе с техникой стоила ранее примерно 5 миллионов рублей. И мы видим ее важные элементы. Это холодильник Liebherr с автодоводчиком, который открывается одним пальчиком. Здесь есть три зоны. Это зона специально для сохранения овощей. Здесь температура чуть пониже, чем в холодильнике, но регулируется влажность. Здесь сохраняются овощи. Здесь морозилка, в ней есть льдогенератор, подведена вода, и по нажатию кнопки сверху образуются кубики льда. Ну и традиционная обычная часть, вот так пальчиком одним открываем. Сейчас холодильники Liebherr – это уже дефицит. Также здесь вся техника от компании Kobertsbusch, это элитный производитель, духовка, СВЧ, газовая плита и широкая посудомоечная машина. Также мы видим здесь часть внешних панелей МДФ, лакированные, белые, красивые. Также мы видим здесь из камня натурального сделанная столешница. Вот мы видим на торце продолжение рисунка белых прожилок мрамора, сама столешница черного цвета. Очень красиво. Здесь опять бразильский палисандр, стекло. Верхние дверцы кухни открываются легким нажатием. И также эта часть. И закрывается нажатием на эти вот кнопочки с обеих сторон. Также мы видим здесь, что остров не только для готовки, не только мойка, но и также используется как столик барный. И здесь замечательные кожаные стулья. Позволяет прекрасно, удобно сидеть со всех сторон всей семьей. С обратной стороны мы видим красивые такие стеклянные дверцы для хранения красивой посуды и современная выскакивающая такая модуль. Здесь есть зарядка для телефонов USB и также розетки. Здесь же есть выход на крытую террасу, необходимый элемент для загородного дома. И вот на этой крытой террасе ее площадь приближается 30 квадратным метрам, примерно 5,40 на 5,35. Можно прекрасно проводить время на свежем воздухе большой компании. Мы передвигаемся в другую важную часть дома и проходим мимо гаража. Гараж на два больших автомобиля. Его глубина 7,5 метров, ширина 7 метров. И он полностью комфортен. В гараже есть раковина, что тоже удобно и важно, но есть другая важнейшая опция этого дома. Это центральный пылесос канадского производства. Он разводится по всему дому, внутри стен. Это делается при строительстве дома. Позже это сделать проблематично.
И в каждой комнате есть розетка для него. То есть просто шлангом хозяйка ходит и пылесосит. Цена такого пылесоса примерно 400 тысяч рублей. И его главная ценность в том, что он, в отличие от обычных пылесосов, мелкодисперсную пыль выбрасывает не внутрь дома при работе, а выбрасывает на улицу централизованно. И это очень важно для аллергиков. Мы смотрим гостевой санузел первого этажа. Плитка из натурального мрамора, дизайнерская сантехника, мебель, люстра, декоративная штукатурка на стенах. Одна из главных фишек дома – это бассейн. Площадь здесь помещения около 80 квадратных метров. Есть собственный выход на заднюю часть участка. Чаша бассейна отделана натуральной мозаикой. Ее размеры 7,70 длина на 3 метра шириной. Есть регулируемый противоток с добавлением воздуха, комфортно плавать. На стене висят часы, которые помогают во время плавания следить за временем. Это удобно. И хочу обратить внимание на очень интересное дизайнерское решение. Это стена. Здесь висят особые светильники. Они светят в четыре стороны и образуют такие лучи. На самом деле это просто стена из плитки. Когда мы выключаем свет, мы видим просто стену. Когда включаем, мы видим, как светильники образуют тень, создающую красивый эффектный рисунок. Должен отметить, что этот бассейн также и технически решен на высоком уровне. Здесь установлена принудительная система вентиляции, которая предогревает воздух входящий, выбрасывает использованный, используется рекуператор. И эта система нужная, но, конечно, дорогостоящая. Ее стоимость около 3 миллионов рублей. Здесь же мы видим душевую кабину, такая сложная система от компании Hansgrohe, и стена тоже отделана натуральным мрамором. Не очень большая, но уютная сауна. Электрическая печка Harvia, стена из гималайской соли и красивые, широкие, удобные полки. Инженерное сердце дома – котельная. Здесь мы видим классическую котельную высокого уровня. Котел Budeiros, бойлер тоже Budeiros, объем его 200 с лишним литров и сложная система водоподготовки, которая включается в том числе ультрафиолетовый ионизатор. Одной моей головой та самая система принудительной приточной вытяжной вентиляции для бассейна. На второй этаж ведет красивая воздушная лестница. Ширина более метра, удобные комфортные ступеньки из мрамора, сорт, по-моему, Creu Marfil, ограждение из закаленного стекла и деревянный поручень. Пойдемте наверх. Эффектный элемент лестничного пролета – остекление снизу доверху, высотой примерно 6 лишних метров. Открывается вид на участок. Лестница имеет подсветку боковую, что тоже важно в темное время суток. В доме даже присутствуют такие приятные элементы, как такие вот красивые искусственные деревья, которые очень похожи на натуральные. Мы входим с вами в блок главной мастер-спальни. Его площадь около 70 квадратных метров. Мы видим эффектную дизайнерскую люстру, огромная стена с большим остеклением. Здесь от пола по бокам чуть повыше те же мраморные подоконники. Подготовлена зона изголовья, под установку большой широченной кровати. На полу паркетная доска дубовая. Здесь уже применены красивые, интересные обои. И здесь есть собственный санузел и гардеробная. Санузел имеет площадь 20 квадратных метров. Здесь есть где и посидеть, и много света, и отдельно стоящая ванная, и широченная душевая кабина, которая и должна быть в доме высокого уровня. Встроенная в стену душевая система, как положено, огромная плитка и раковины Майдадыры на две персоны. И красивая люстра. Рядом же находится гардеробная мастер-спальни площадью 15 квадратных метров. Еще на втором этаже расположены две спальни. Одна из них площадь 33 квадратных метра. Вот здесь место под шкаф шириной
длиной 3-4 метра более чем достаточно для хоть одного, хоть двух человек, а рядом находится комната вторая. Ее площадь 22 квадратных метра, и она тоже имеет более чем достаточный размер. На стенах очень разумно, интересно подобраны обои. Они разные, но гармонично сочетаются между собой. Потолки в доме сложные, низкоуровневые, из гипсокартона, встроенным освещением, освещением хорошего качества и карнизами. Общий санузел второго этажа, около 7 квадратных метров, красивая плитка под мрамор, ванная, качественная сантехника вся и вот такое зеркало с подсветкой и с часами. По той же самой красивой мраморной лестнице мы поднимаемся на третий мансардный этаж. Он просторный и замечательный. Высота потолков здесь начинается от примерно почти от метра и имеет высоту около 4 метров максимальную. Здесь много света, 4 больших мансардных окна, есть открывающееся вертикальное окно, установлен кондиционер. Видите, такая же отделка, красивая декоративная штукатурка, декор, красивая люстра, еще не распакованная. И здесь, на этом этаже, присутствует еще одна спальня, 26 квадратных метров. Я думаю, ее можно использовать как гостевую спальню, у нее мансардное окошко. И большой просторный санузел площадью 13 квадратных метров. Видим здесь красивую лакированную плиточку, большую душевую кабину, опять же, встроенная система душевая, ну и мойдодер, и окно. На этом мы заканчиваем презентацию этого красивого, замечательного дома. Смотрите наши видеоролики на YouTube. Надеюсь, нас не лишат возможности быть на YouTube. Но если вдруг это произойдет, печальное событие, то мы продолжим вам показывать наши презентации в Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Но надеюсь, мы сможем вас радовать на YouTube. Всего доброго, до свидания.